Ну, все лето в жаре стояла, не цвела, а сейчас зацвела, потому что мы активно поливали, взялись ее. Я вчера в офисе ездил, что ты хотел? Как темнело, мне стало делать некое дело, ты перестал. Не получается, вот хотя бы, вот даже мышкой вот этой вот вожу, да, и вот эта стрелочка даже туда, куда мне надо, в какую точку, не сразу не становится. Я и так, и эдак, и эдак. Я целых минуты три, наверное, ее загоняю, куда надо. Вот так. Ну, потом еще там, интересно, какие там, ну, я думала, только вот эти вот колесики, а там, оказывается, левый, с правой надавить, значит, левый пуск, правый, нет, правый пуск, левый остановить, там что-то, движение. Так, конечно, трудновато для моего возраста компьютер. Но, тем не менее, я его осилю, это точно. Пусть долго, но осилю. Пойдем. Ой, какая красотища, да, розы такие. Какой же мы нажимали? И у вас экран прыгает, а это вирус. Вот у меня был такой страшный вирус. Я включил компьютер, а экран прыгает. Я не могу ничего сосредоточиться, но все такое. Это вирус такой, он попал туда, попал туда. Или такой, например, открываете Word, начинаете печатать, там Саша, там здравствуйте, там еще что-нибудь смотришь, а пишется совсем другое. Представляете, какие-то там буквы другие появляются. Потому что вирус, кто пишет вирус эти? Хакеры, да. И просто для чего? Поприкалываться. Посмотрите, Google появился у вас, видите? Это поисковик. Давайте теперь, вот где курсорчик моргает, напишите любой ваш вопрос. Куда нажать? Прямо где курсорчик моргает, вот строка такая, видите, строка. Пишите любой вопрос, не стесняйтесь, задайте любой вопрос. Глупый задайте вопрос. Сколько звезд на небе? На русском, да? Да, на русском. Перейдите на русский. Обучение компьютеру. А вот, обучение компьютеру 50. Саша, обучение русскому языку. И вот здесь объявление. Вот, теперь нажимайте. Какая вам понравилась, нажмите на одну. Попробуем. Печатайте. Печатайте. Нажимайте левую. Улетаешь. Ну и что, наверное, ждать надо. Да, то щелкайте. Щелкайте. Кому? Галине Гавриковой. Кто так написал? Нет. Большущая ошибка. Это я так написала. Кому пишем не фамилию, а адрес? Гаврика вот как пишется. Г. Гаврика. Вот Гаврика вот как она пишется. Раз. И теперь ответ. Солнце, дальше. Луна. Мы вставляем. Вот смотрите. Это вот. Гнездо USB. Гнездо USB. Мы сейчас запишем это. Называется USB. Вы это слово должны знать.
Потому что вам все скажут USB, вставьте в USB. Вы потом будете, что это такое? А вы будете знать уже. Как ее фамилия? USB. Фамилия USB. И теперь смотрите, на чистом поле я вас учил. На чистом поле. Мы на рабочем столе это делали. На чистом поле нажимаем правой. И какое слово ищем? Создать? Нет. Свойство? Нет. Вставить. Мы скопировали, а что надо сделать? Вставить нам надо. Ну вот мне 1 декабря будет 75 лет. Но я не чувствую себя, что мне 75 лет. Мне, в общем, где-то 60. Почему? Потому что я оптимистка, посещаю курсы всякие, еще буду посещать. В одном халате дома, это вот эта кастрюля, это уборка, и все. А мы же неделю раз ходим туда, а потом, если у нас концерт какой, мы на репетиции 2 раза в неделю ходим к Светлане Викторовне, к нашему режиссеру Вадру. Я хочу вот английский и киргизский еще освоить. You are S-T-U-P-W-S-Y-Z. You are S-T-U-P-W-S-Y-Z. Now I know the alphabet. On the right, I see latch way. E. E. I like E. Latch E. It means east. East. Uh-huh. And where is the west? Не, у меня пока язык не поворачивается. Английский, в принципе, знают все, потому что сейчас в русском языке столько заимствований. Просто мы не догадываемся, что они как бы обозначают. И. Параллели, параллели, пипит, перпендикуляр. Параллелограмм, параллели, пипит, перпендикуляр. Параллелограмм, параллели, пипит, перпендикуляр. Параллелограмм, параллели, пипит, перпендикуляр. Параллелограмм. Молодцы. Ну, а я тут заучилась в конец. Заучилась. Учусь на компьютере. Ой, это такая наука, вы меня извините. Я думала, все просто. Ой, всего 15 занятий по 1.5 часа. Думаю, ну я освою все. Но я сказала, что я вот полгодика потренируюсь, а потом еще раз запишусь, чтобы уже капитально усвоить. А тетя Галя, извините, спрашиваю, вам это зачем? А это зачем? О, как зачем? Вот, пожалуйста, с вами сейчас общаюсь. Я не хочу отставать от внучки. Ну, внучку мне не догнать, конечно. Но зато я что-то да уже могу с ней о чем-нибудь поговорить на этот счет. Хоть как называется, как включить, как переключить, все такое. Молодец, Галя, молодец. Ну, такой. Дай Бог здоровья. До новых встреч. Пока затащил. Спокойно он можно отдохнуть. Но вот море волнуется. Большой шторм наступает. Мимо лодки проплывают чудовища. Человеку страшно.
Человеку неуютно, и он хочет найти тихую пристань. Что такое тихая пристань в семье? Это когда друг друга понимают, все друг друга относятся вежливо, с пониманием. А что такое группа у нас? Группа у нас то же самое. Мы приходим в группу для того, чтобы поделиться радостью своей, поделиться горем и счастьем. Ну, чаепитие устраиваем по поводу дней рождения. Так вот, я поздравляю вас с Днем пожилых. Но пожилых я не хочу говорить, потому что мы являемся студентами института третьего поколения, третьего возраста. Так мы же не старики. Я поздравляю вас, дорогие однокурсники, с праздником. Не буду говорить пожилых.